информационной студии телеканала «Север» Иван Никонов. Здравствуйте. Я и мои коллеги познакомим вас с событиями этого дня. Сегодня в Нарьян-Маре состоялась очередная сессия регионального парламента, теперь уже в полном составе. Мандат депутата Александр Лутавинов вручил Андрею Попову, победившему кандидату на дополнительных выборах в собрании депутатов по избирательному округу Городецкий. Ключи от новых благоустроенных квартир представители органов власти Ненецкого округа вручили семьям оленеводов из поселка Красное. В Нарьян-Маре проходит неделя безопасности дорожного движения. С 23 по 27 сентября сотрудники ГИБДД проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми, различные акции и рейды. На одном из таких мероприятий побывала и наша съемочная группа. Сегодня в региональном парламенте состоялась очередная сессия собрания депутатов Ненецкого округа 28-го созыва. На этот раз к рассмотрению повестки дня парламентарии приступили в полном составе, за исключением отсутствия по уважительной причине Анны Булатовой и Валерия Остапчука. Впервые в сессии принял участие Андрей Попов. Напомню, он одержал победу на дополнительных выборах в окружное собрание по одномандатному округу номер 8 Городецкий, которое состоялось 8 сентября текущего года. В качестве избранного депутата окружного собрания 28-го созыва победивший кандидат был зарегистрирован 16 сентября 2019 года. Как отметил председатель регионального парламента Александр Лутавинов, в соответствии с уставом округа, в случае, когда депутат избран в результате дополнительных выборов, принесение присяги осуществляется на очередном заседании собрания депутатов с его участием. Торжественно обещаю соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Ненецкого автономного округа. Обязуюсь честно и добросовестно служить развитию Ненецкого автономного округа и благополучию его жителей. Спикер регионального парламента Александр Лутавинов вручил Андрею Попову удостоверение и значок депутата окружного собрания депутатов. От всей души вас поздравляем с этим событием. И я надеюсь, что мы будем согласованно вместе работать на благо процветания Ненецкого автономного округа. Удачи вам. Спасибо. С мая 2019 года Андрей Попов возглавляет филиал Почты России в регионе, является сопредседателем Общероссийского народного фронта в Ненецком округе. Обязанности депутата Андрей Попов будет исполнять на непостоянной основе. Депутаты регионального парламента на состоявшейся сегодня сессии утвердили поправки в окружной закон об образовании. В частности, парламентарии одобрили компенсацию аренды жилья для педагогов профессиональных учреждений. Студентам-инвалидам за счет регионального бюджета профинансируют платное обучение в окружных профессиональных образовательных организациях. Подробности в нашем следующем сюжете. До настоящего времени получить компенсацию из окружного бюджета на аренду жилья могли только педагоги детских садов и школ. Распространить действие данной меры социальной поддержки на преподавателей средних профессиональных образовательных организаций округа предложили активисты Общественной молодежной палаты при региональном парламенте. Преподаватели образовательных организаций среди специальных обращались к нам в том плане, что данный законопроект не распространялся на них, хотя преподаватели всех образовательных организаций выполняют одну социальную функцию образования нашей молодежи. Вопрос имеет долгую историю, больше 2 лет. Эта инициатива обсуждалась и молодежным парламентом, и в собрании депутатов. Наконец-то эта инициатива нашла свою реализацию в виде закона. Ну, таким образом, мы уравниваем преподавателей среднеспециальных учебных заведений с преподавателями школьного и дошкольного образования. Те имели эту льготу на поддержку семьи преподавателями жилья, а преподавателей СУЗов нет. Это уравнивание их позиций. Возможно, это поспособствует привлечению специалистов и в среднеспециальные учебные заведения. Так что, я думаю, это справедливо. Давно пора было это сделать. В соответствии с принятым законом, средства на ежемесячную компенсацию расходов по найму жилого помещения педагогическим работникам СУЗов, расположенных на территории округа, будут предусмотрены с 1 октября. До конца текущего года этой мерой соцподдержки могут воспользоваться 9 семей педагогов. Для одиноких граждан и пар компенсация составит до 10 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей семьям с детьми. При этом, как отметила вице-губернатор Ненецкого округа Наталья Сидорова, по решению губернатора срок действия данной компенсации увеличивается с 3 до 5 лет. Это и другие меры социальной поддержки позволят привлекать в округ высококвалифицированные кадры.
Дополнительно в этом году мы приняли еще меры, и вы, наверное, об этом тоже помните. Это 80% мы выплачиваем для приглашенных специалистов с первого дня работы. Кроме этого, у нас действуют дополнительные выплаты для молодых специалистов. Также мы компенсируем коммунальные расходы. То есть такой целый комплекс мер, направленных на реализацию, в том числе с 1 января, программ по земскому учителю. Хотелось бы отметить, что эта мера также является одной из дополнительных мер для наших педагогов, которые направлены на привлечение и уменьшение дефицита кадров в сфере образования. И все приурочено к земскому учителю, запускаемой новой федеральной программе. Да? По предварительным оценкам, до конца года на компенсацию аренды жилья потребуется выделить из окружного бюджета около 340 тысяч рублей. В этом году воспользоваться мерой социальной поддержки смогут 9 преподавателей, не имеющих жилья на территории Наринмара и поселка Искателей. Еще один вопрос, рассмотренный сегодня на сессии, касается студентов-инвалидов. Действующий закон дополнен статьей, предусматривающей компенсацию расходов инвалидам, не достигшим 24-летнего возраста, а также родителям, законным представителям детей-инвалидов, стоимость обучения в государственных профессиональных организациях НАО по очной форме обучения на платной основе по основным профессиональным образовательным программам. Тем самым мы предоставляем возможность детям-инвалидам у нас обучаться не только на бюджете, да, но и на платной основе. И тем самым у детей появляется возможность выбирать именно то направление, которым им действительно бы хотелось заниматься, независимо от возможностей родителей. Добавлю, что соответствующее решение было принято по итогам встречи губернатора Ненецкого округа Александра Цибульского с родителями детей с ограниченными возможностями здоровья. Действие закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2018 года. Из окружного бюджета на эти цели будет направлено 186,5 тысяч рублей. Эти средства компенсируют затраты 4 молодых людей с инвалидностью, обучающихся в окружных учреждениях. Ирина Никешина, Владислав Ткачев, Владислав Носкин, Антон Водряков, телеканал «Север». Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло кандидата на должность главы Заполярного района. Соответствующее решение было принято в ходе партийной конференции. На конференции были предложены две кандидатуры на должность главы Заполярного района. Это президент фонда поддержки регионального сотрудничества и развития Ненецкого округа Виктор Ильин и первый заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Олег Давыдов. Оба были избраны депутатами Совета Заполярного района 4-го созыва в единый день голосования 8 сентября. Кандидата на пост главы района выбирали тайным голосованием. В результате 28 делегатов конференции поддержали Виктора Ильина, 6 – Олега Давыдова. В конференции Виктор Ильин ответил на вопросы делегатов и расставил приоритеты в работе. В первую очередь, по его словам, необходимо разобраться с принципами формирования тарифов на ЖКУ в сельских поселениях. Нареканий от сельчан поступает много. Кроме того, на взгляд кандидата необходимо улучшать качество жизни в поселениях. Это касается медицины, образования, культуры и инфраструктурного развития. Первая сессия районного парламента нового созыва, которая и определит, кто возглавит Заполярный район, состоится уже на следующей неделе, 3 октября. В поселке Красное три семьи оленеводов получили ключи от новых квартир. Это те жители села, которые состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях Государственного жилищного фонда. Договоры социального найма с ними заключил Департамент внутренней политики Ненецкого округа. Семья Владиславы Вылков стала на учет по предоставлению жилья оленеводам и чумработницам в 2018 году. До сегодняшнего дня она с мужем и ребенком проживала в однокомнатной квартире без удобств. Вот год прошел, и они сами удивлены, что получили ключи так быстро. Ну и нам приятно, что вот молодая семья, муж сейчас находится в тундре. Всего в национальном поселке в этом году построено 3 новых дома для оленеводов. Все они полностью благоустроены, имеют автономное отопление, водоснабжение и канализацию. Все для комфортного проживания в перерывах между поездками в тундру. Впечатление у меня, ну как, маленькая опять кухня. Я думала, будет больше для себя-то. Ну ничего, разместимся. Ключи от новых квартир в этот день получили еще 2 семьи. На этом очередь на жилье среди оленеводов в поселке не закончилась. До конца года планируется предоставить еще одну квартиру по договору социального найма. В Красном у нас, помимо этих семей, которым сегодня предоставлены жилые помещения по договорам социального найма, у нас еще остается 4 человека. Значит, в ближайшее время будет распределена еще одна квартира, значит, в соседнем доме. Уведомление направлено заявителю.
Вот если, значит, поступят все документы соответствующие, соответственно, мы будем принимать решение о предоставлении еще одного жилого помещения. До конца текущего года новые квартиры будут предоставлены и оленеводам в селе Ома. Всего в очереди на жилье в департаменте внутренней политики состоит 59 семей. Есть программа, государственная программа сохранения и развития коренных малочисленных народов Севера. И вот по этой программе есть подраздел, где идет строительство, ну, выделяются средства на строительство домов для людей, которые занимаются кочевым образом жизни, ведущим традиционное хозяйствование. Для того, чтобы встать на учет, необходимо проживать в Ненецком округе не меньше 15 лет и работать в оленеводческих хозяйствах не менее 5 лет. Кроме того, заявления принимаются в том случае, если площадь проживания меньше 9 квадратных метров на одного человека. Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Во Дворце культуры «Арктика» в торжественной обстановке жителям округа вручили медали «90 лет Ненецкому округу» за личный вклад в его развитие в разных сферах деятельности. Заслуженная награда вчера была вручена работникам и ветеранам сферы образования и культуры. В этот день юбилейными медалями были удостоены более 40 человек. Мы пригласили вас для того, чтобы выразить вам слова благодарности, признательности и уважения за ваш труд, за ваш личный вклад в становление и развитие нашего региона. Мы все с вами видим, как динамично развивается наш округ, но это бесспорно результат вашей работы, ту базу, которую вы заложили. В своем приветственном слове председатель собрания депутатов региона Александр Лутавинов отметил особую значимость юбилейной медали. Каждый из вас человек заслуженный. И у каждого из вас есть много различных наград. Благодарности, медали, почетные грамоты. Но вот в ряду всех этих наград 90 лет Ненецкому автономному округу эта юбилейная медаль, она носит особый характер. Она наша близкая, родная, она ненецкая. Поэтому она как раз является отражением того вклада, который вы внесли в развитие нашего региона. Всего в этом году окружные медали получат порядка 650 человек. 80 дней в пути. Ненецкий округ посетили туристы из Санкт-Петербурга. О том, какой маршрут прошли яхтсмены, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Семья Багровских уже не в первый раз посещает Ненецкий округ. Все начиналось еще в 2007 году. Тогда Петр и Наталья сплавлялись на байдарках до Ладоги и Белого моря, а затем до острова Вайгач. Шли 70 дней, там примерно 700 километров. Это было вообще эпично. Мы тогда, наверное, влюбились в эти места, и вот все никак не можем их покинуть. Потом, значит, ну, мы поняли, что байдарка – это все же не то судно, чтобы здесь ходить, потому что хочется побывать в разных местах, а она не опасна. Поэтому мы сделали катамаран, потом надувной, разборный, потом, значит, тримаран. Ну, тоже оказалось немножко не то, и вот сейчас на яхту перешли. В этот раз туристы вышли на килевой яхте. Побывали в Скандинавии, Швеции и Норвегии. Петр признается, первозданная природа только у нас в России, а особенно в Ненецком округе. Природа, она выглядит такой буквально причесанной, потому что видно, что всюду здесь бывают люди, там специальные службы какие-то занимаются тем, чтобы там даже, грубо говоря, валежник там из леса вычистить, в общем. Ну вот, у нас же все совершенно по-настоящему. У нас природа выглядит совершенно другой, как бы, натуральной, не такой, как там. Вот, и именно поэтому хочется путешествовать именно здесь, потому что здесь у нас все первозданное. Чтобы об этом не говорили. Путешествие длилось около 80 дней. Туристы вышли из Финского залива, далее по Ладожскому озеру прошли через Беломорканал, Кольский полуостров, Белое и Баренцево море и оказались в Ненецком округе. Подскажите, где название яхты? Название яхты «Сибпростор старший», осадка 1,5 метра. Самым простым, по словам главы семьи, было прохождение Беломора-Балтийского канала. По вызову диспетчера яхта заходит в систему. И по рации в сопровождении проходит шлюзы и выходит в Белое море. На Беломор-канале имеется, дай бог памяти, 19 шлюзов, по-моему. И проходится все это дело, ну, за несколько дней, все зависит от скорости, конечно. Можно и за 2 дня пройти, но если особо не торопиться, то это займет 5 дней, наверное, потому что там между шлюзами там необходимо проходить там по рекам, по озерам.
Но, в общем, это несложно. Туризм для семьи Багровских – это не только хобби, но и целая жизнь. Петр и Наталья ведут свой блог о путешествиях «Севпростор», который приносит постоянный доход. К слову, о поездке в Ненецкий округ скоро выйдет материал. В следующем году мы сюда приедем на машине и продолжим путь. Вот, причем, может быть, даже с местными их сменами мы пойдем группой. То есть у нас вот появились уже знакомые, вот, и, возможно, мы пойдем командой теперь. Ну, Вайгач, новая земля, и в идеале хочется попасть на Таймыр. Вообще посмотрим, конечно, как повезет, потому что лед может помешать. Ну, в общем, тут в Арктике очень много сложностей, все что угодно может произойти. Поэтому мы не загадываем, просто мечтаем пока. В этом году путешествие подошло к концу, и семья Богородских уезжает в Санкт-Петербург. Наталья Кислякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». В Нарьян-Маре проходит неделя безопасности дорожного движения. С 23 по 27 сентября сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят профилактические мероприятия с детьми и взрослыми. Различные акции и рейды. Это мероприятие включено в календарь Министерства просвещения России и Главного управления ГИБДД Министерства внутренних дел. Об одной из акций, проходящей в рамках недели безопасности, в материале Ольги Руссол. Правила дорожного движения едины для всех, для детей и взрослых. И чем раньше ребенок начинает постигать премудрую науку грамотного передвижения по городским улицам, тем спокойнее родителям за его безопасность. Участники сегодняшней экскурсии – воспитанники детского сада. До самостоятельного пересечения улиц им еще далеко. Но чем раньше они познакомятся с работой перекрестков, тем лучше, считают воспитатели и инспекторы ГИБДД. Скажите мне, пожалуйста, как надо переходить дорогу? На зеленом свете. На зеленом свете. А где, почему ходят-то? Вот если светофора нет, то как переходят еще? Надо найти зебру. На пешеходном переходе. А как надо, куда посмотреть сначала, куда потом? Направо на Ева. Дорогу как переходить надо? Ну, на зеленый цвет. Неумолимая статистика ставит нас перед фактом. За 8 месяцев этого года число дорожно-транспортных происшествий с участием детей выросло на 33,3%, что в числовом эквиваленте составляет 4 ДТП, участниками которых стали дети-пешеходы, дети-велосипедисты и дети-пассажиры. Виноваты в большинстве случаев взрослые. Это означает, что правила дорожного движения надо повторять постоянно. Мы сейчас с вами стоим где, ребят? Как это место называется? Тротуар, молодцы. То есть мы уже с вами соблюдаем правила, то есть мы идем по тротуару. Сегодня во время экскурсии ребята знакомятся с перекрестком. Инспекторы рассказывают, как правильно понимать сигналы светофора. Вы подходите сейчас в данный момент с воспитателями к опасному участку автомобильной дороги, перекрестку. Когда вы подходите к перекрестку, в данном случае у вас будут светофоры для вас, именно для пешеходов, которыми вы в данный момент являетесь. И на личном примере показывает, как правильно перейти такой перекресток. Даже несмотря на зеленый сигнал, светофора все равно убедится в отсутствии машин на дороге. Все меня пропускают, и автомобилей нет. Посмотрел направо, посмотрел налево, потихоньку, не торопясь, пошел на зеленый сигнал светофора. Неделя безопасности включает в себя не только профилактическую работу с детьми и подростками. Инспекторы безопасности дорожного движения встречаются и с родителями, проверяют наличие детских автокресел в машинах. Ведь основная цель мероприятия – предупредить травматизм самых маленьких участников дорожного движения. В частности, уделяют внимание навыкам безопасного перехода дороги, безопасному участию детей-велосипедистов на дороге, а также работа проводится среди родителей по перевозке детей в автомобиле. То есть это основные направления, когда дети попадают в ДТП. Завтра, в заключительный день акции «Неделя безопасности», сотрудниками Государственной инспекции безопасности дорожного движения запланирован общественный рейд. Традиционно участие в нем принимают родители, педагоги, полицейские и дети. На улицах города они будут раздавать прохожим памятки и светоотражающие элементы, которые необходимо носить на одежде в темное время суток. Ольга Руссол, Леонид Шишелов, телеканал «Север».